Бал тюльпанов пройдет в Ботаническом саду уже в 7-й раз. С каждым годом праздник собирает все больше любителей цветов. Сотрудники сада высадили несколько тысяч луковиц тюльпанов разных сортов. По легенде, в бутоне тюльпана заложено счастье. Говорят, что тюльпан – это улыбка весны. И действительно, разнообразие тюльпанов в саду огромно. И что приятно, можно увидеть те сорта и даже дикие виды тюльпанов, которые в городе просто так не встретишь, и даже не у всех любителей, коллекционеров они есть. В саду как раз на них можно полюбоваться, и не только увидеть тюльпаны. Это музыкальный праздник, случайно это бал тюльпанов. Также на территории Ботанического сада пройдет творческий мастер-класс от художников Венециановского училища. Волонтеры научат детей искусству оригами. Если вы хотите вместе с ними порисовать тюльпаны красками, карандашами, пастелью, поучаствовать в разных мастер-классах творческих, то есть сложить тюльпаны из бумаги, из воздушных шаров. Праздник веселый, но самое главное, уникальная возможность ощутить не просто уже настоящую весну, а весну в преддверии лета. Праздник начнется в эту субботу в 12 часов. Все желающие смогут полюбоваться прекрасными луковичными соцветиями в Ботаническом саду. Организаторы напоминают, что красота тюльпанов недолговечна.